Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, со стимулом больше снимать для вас видео, как говорится. Сегодня у нас ритуал Умбанда, такая редкая область, у меня мало Умбанды на канале, надо позагружать, как говорится. Умбанда, Каboklas культ, вот, чистка через Агуна, Каboklas Агун, вот, ну, по сути, бог войны и так далее, всем понятно, вот. Порча сойдет, то есть ритуал, чтобы снять порчу, восстановить, защитить себя, да, то есть по сути это восстановление иммунитета, иммунной системы, как говорится, возможно, если вы подпорченный, да, человек. Ритуал простой, несложный, главное своими словами, как говорится, чушь не нести, обращаться и все у вас получится. Что нам понадобится для данного ритуала? Выбираем лучше, конечно же, день вторник или воскресенье. На черной ткани или зеленой, как говорится, мелом, вот, чертим данное фирмас, изображение, да, направление энергии и так далее, я не буду расшифровывать. Вот, чертим, делаем, как говорится, нам понадобятся любые перья, которые Каboklas часто применяют, цветы любые, сухие или свежие, особенно если хризантемы есть разных цветов, это тоже хорошо. Если есть ноготки, допустим, сухие, тоже разложите. Вот, нам понадобится кока-кола, немного, как говорится, кока-колы, бутылка тут у меня стоит, я показываю, не делаю, белая свеча обычная, которую можно смазать эфирными маслами, как говорится, или оливковым маслом, обсыпать корицей, как говорится, как вам угодно, да. Дальше нам понадобится красное вино в дар, естественно, да, вот, и дым, естественно, то есть сигаретки можно обдымлять, это просить Агуна, Каboklas Агуна, да, Агун. Помоги, то есть восстановить здоровье и так далее. Если есть записочка, пишем на записочке, то есть имя свое, ложим в бутылку с колой немного или в банку, допустим, да, в баночку чистую, помещаем кока-колу, наливаем сюда и сюда добавляем, то есть кока-колы столько и столько же добавляем, как говорится, молока, вот. Ну, я показываю, не делаю молока. На дне у нас записка лежит, да, то есть с нашими данными. Вот, мы закрываем, трясем ее, естественно, открываем периодически, чтобы газы выходили. Снова трясем, ставим в центр, вот. И, как говорится, медитируем, свеча у нас горит. Вот, ее ставим здесь. Вот она у вас горит, и вы просите Агуна, Каboklas о помощи, чтобы исцелиться, восстановить здоровье, да. Дары подношения также можете предоставить. Тут не кровавые, конечно, жертвоприношения, вот. И помочь вам избавиться от проблем, чтобы это все закончилось, улучшилась ваша жизнь. Вот, когда свеча догорает до конца, вот, вы, естественно, берете эту банку, вот эту, да, и потом просто открываете и выливаете, уносите с подношениями, то есть, там, спиртным, допустим, огарками сигарет, свечей, вот, какие-то сладости, может быть, вы предлагали, да, или крупы, то вы это, естественно, все, или фрукты, овощи, да, допустим, вы это тоже все относите, как говорится, или по дереву в лес, потому что Каboklas больше всего это лесные индейцы, да, вот, или к воде, можете там вылить это оставить, ничего, грязь всякую там, мешки не оставляйте. Ну что ж, естественно, своими словами, там же тоже говорим, что помоги решить мои проблемы, восстановить мое здоровье, защитить меня и так далее, ну, после ритуала, да. Ну что ж, ритуал простой, несложный, всем удачи, успех, с вами был Александр Пичуев, ставьте лайк, комментируйте, пусть удачи.